Всем доброго времени суток, с вами Хася. Сегодня буду вот этими руками делать жуткие вещи, не то, о чем вы подумали, не буду я играть в танки почти. В общем, сегодня я вам покажу боевой пропуск, в котором просто лютые награды. Мы сегодня сравним боевой пропуск с консолей, ну и наш из Блица. Посмотрим, сколько что стоит и какие там награды, это просто капец. Мне кажется, консольные танки это вообще что-то отдельное. Ну, по факту так оно и есть, потому что разрабатывают это американцы, и у них там какая-то вот очень интересная технология и свое видение игры. Ну что же, чекаем спонсора и полетели. Итак, World of Tanks. Мы видим, что здесь почему-то Абрамс, но если вы не знаете, почему он здесь, да. Современные танки вводят в консольные вот эти вот World of Tanks. На самом деле ничего особо про это не знаю. Я вообще в консольные танки практически-то и не играл. Не особо мне интересно. Ну ладно. Но боевой пропуск я просто ошалел. Блять, вы сейчас охренеете, я вам отвечаю. И пока мы ждем вот эту загрузку, я вас настоятельно прошу поставить лайк этому видео заранее. И можете даже написать комментарий, но это уже на ваше усмотрение и можно к концу. Бля, давай резче, а? Но я все сломал, наверное. Блять, вы можете быстрее сделать? Это, конечно, не PS5, не Xbox последний, предпоследний Xbox. Ну, камон, сколько загрузка-то идти будет? Европа? Окей, я готов на все, на любой сервер. Слушайте, а я, кстати, смотрел позавчера боевой пропуск новый, да? Ну, не новый, он старый, получается, уже. Там были другие танки, вот сейчас они запустили новый. То есть, смотрите, у них есть два режима. Это Вторая мировая и Холодная война, там, где более современные танки. Давайте, допустим, Холодная война. Ну, фиг с ним, интересно уже. Ой, господи. Слушайте, можно крутить танки, он как будто едет. Ладно, мы не за этим пришли сюда. Сезоны. То есть это боевой пропуск на консолях. Здесь немножко сделано по-другому. Здесь не две полоски, здесь одна полоска. Просто периодически здесь есть бесплатные вот плюшки. Смотрите, мы идем. Пока что, ну, всякая фигня, всякая валюта, камуфляжи, эмблемки. То есть, ну, всякие наклейки на танк. Что за... Ладно. Ускорители, серебро. Нам нужно подойти к концу. Даже если так посмотреть, что один день према... Здесь довольно-таки много серебра, на самом деле. И здесь больше уровней, но все-таки справедливость ради, полосочка одна, получается как бы их меньше, на самом деле. То есть у нас в Блице на каждом уровне можно что-то получить. А здесь сначала пройди 4 уровня, чтобы получить потом бесплатно. Ладно, золото. Ну, золото, конечно, чаще всего под замочком, то есть что нужно купить. Но, здесь на самом деле тоже вот... Одно и то же, ничего интересного нет. Ну что это такое? Дымовая завеса. Ну ладно. Эмблема, ну секретная карта. Ну вот что-то здесь свое, своеобразное. X4, кстати. И вот мы подходим уже к 80 уровню. А нет, смотрите, даже на 70. На 70 какой-то уровень, блядь. 75-74, хрен его знает. Здесь находится уже танк М4А2 Шерман Лозы. Он закрыт, да. Но в конце, насколько я знаю, еще танки находятся. То есть, смотрите, здесь бесплатно на 100 уровне находится танк. Вы понимаете? То есть, вот это вот бесплатно находится, да, на 100 уровне, до которого тяжело, наверное, дойти. Но все же, подробные характеристики, это что такое? Это вообще какой-то уровень? Да, иди нахер. То есть это премиумный танк, это не коллекционный, чтобы вы понимали. Премиум танк в бесплатном моем пропуске. Вполне возможно, что дойти до 100 уровня, ты должен, блядь, душу просто продать, но сам факт. Если что, этот танк 8 уровня, он стоит 9100 голды. Ну, я не знаю, какие здесь цены на голду. Давайте-ка посмотрим, сколько стоит боевой пропуск. То есть видим, что сезонный боевой пропуск стоит за 2000 можно купить. И там за 14 тысяч можно получить какой-то супер навороченный. Ладно, давайте запустим. Ну, допустим, за 2000 просто берем. Да, бля, смысл смотреть, если бесплатный танк на 10 уровне. То есть Шерман Лозы там на каком-то 70-м, да, платный, который нахрен никому не нужен. Но все же, 2000. Прошлый боевой пропуск, который был, ну реально, дня 4 назад я смотрел, там было 2 танка тоже. На 100 уровне, на 99 и на 100 уровне, да.
То есть там был какой-то навороченный танк на 100 уровне. Он был закрытый, но он был высокоуровневый. То есть, допустим, 2000 голды. $10! Да, 10 баксов это как бы, конечно, не наш. У нас 5 баксов стоит плюс-минус. Да, бля, о чем я вообще говорю? 8 уровня танк в бесплатной ветке. А, давайте-ка я попробую выйти во Вторую мировую. Может быть, здесь свой сезонный пропуск. Я охренею, если так будет на самом деле. О, у меня уже танк есть. Бля, а мне нравится эта игра на самом деле. Здесь МС-1, кстати, есть. О, здорово, братишка. Я реально буду орать просто, если у них сезон свой. Так, давайте в конец перемотаем. Ну, скорее всего, нет. Центурион это все-таки танк там 55-го года, по-моему. А, да, то есть вот здесь он тоже находится. Ребятки, которые играют на консолях в танки. Во-первых, я вам хочу пожать руку, потому что вы, блядь, у вас остальные нервы на самом деле. Я не знаю, как можно играть в танки на джойстике. Ну, в принципе, на Nintendo те же самые проблемы у людей. Напишите, пожалуйста, в комментариях, тяжело ли дойти до 100 уровня на консолях? Может, это вообще невозможно. Может быть, ты должен реально купить пропуск, чтобы получать дополнительные задачи, чтобы получать дополнительный опыт и так далее. Напишите в комментариях. Ну, здесь вообще довольно-таки интересные цены, на самом деле. Хотя 11 тысяч голды за 3 танка, то есть за ФЦМ-50Т, за гуся и за Т-59. То есть 11 тысяч голды, это сколько денег-то, ё-моё? 50 баксов, ну да, цены плюс-минус одинаковые, но... Блин, боевой пропуск. У нас, да, у нас уникальные танки есть, эти вот 6 уровня. Да, тебе там дают еще какую-то мелочевку для коллекции в первом уровне, и все. И реально качаться до последнего уровня у меня вообще никого нет желания. Если у меня еще есть мимолетненькое такое вот, ну... Что мне нужно дойти до 30 уровня, там, до 37 или до какого, чтобы танк забрать? Окей. Качаться до конца, чтобы получить сертификат на прокачку, полезно, но до конца потеть, там, в конце добавьте что-нибудь интересное, ну камон. Ладно. Если вам интересно, кстати, пишите в комментариях, может сделаем стрим по консольным танкам, я уже делал, но мы там немножко такие были, немножко неадекватные ребята. Будем прощаться. Всем спасибо за внимание, просто ставьте лайк, подписывайтесь на канал, в описании ссылочка на мой телеграм-канал. Все, покедова, увидимся.